Ребята, всем привет! Вы на канале Ушасти Kids, и сегодня мы поиграем в игру «Том за золотом» вместе с говорящим песиком Хэнком. А вот и он, ребята, читает газетку. Давайте-ка посмотрим, какая у нас сегодняшняя миссия. Нам нужно во что-нибудь врезаться в шлеме. Ну что, вперед! Приступим к выполнению ежедневной миссии. И первую миссию дня выполняет у нас обычный Хэнк. Сегодня его конкурентом будет помощник шерифа Хэнк. Посмотрим, кто из них лучше справится с сегодняшним заданием, ребята. Осторожно, Хэнк. Мы начали сегодняшнюю игру с автострады песика Хэнка. Здесь очень много машин, опасно. А вот мы и в китайском городке. В прошлой серии, ребята, мы обновили игру. Вот такая у нас новая мелодия. Куча китайских фонариков и китайский городок. Вам нравится обновление игры? Кому нравится, обязательно ставьте ваш лайк. А также играйте в эту игру вместе со мной. Выполняйте ежедневные миссии и делитесь секретами прохождения этой игры. Ой, мы немножко зацепили машину. Осторожней, Хэнк. Так, ребята, пока нам не попался ни разу наш защитный шлем. Будем искать, чтобы выполнить миссию дня. Осторожно, Хэнк. Хорошо. Соберем побольше золота. Вижу зелененький шлем. Отлично. Теперь нужно врезаться в нем. Замечательно. У нас уже выполнено 2 пунктика из 3. Осталось подобрать шлем еще разочек. А Хэнку уже удалось набрать 200 тысяч очков. Неплохо. А вот и самолет. Немножечко полетаем, ребята. Соберем побольше золотишка. Кстати, ребята, а вы уже подписались на наш канал Ушасти Kids? Подписывайтесь скорее. Мы всегда рады новым друзьям. На нашем канале вы найдете много интересных видео про говорящего песика Хэнка, кошечку Анжелу, котика Тома, котика Бубу и много-много интересного. В общем, подписывайтесь, друзья. Осторожно, Хэнк. Вот так. Ребята, а за кого вы будете болеть? За обычного Хэнка или за помощника шерифа? У нас 2 всего Хэнка в этой игре есть. Осторожно. Вот так, отлично. Мы поймали магнитик, и все золото летит напрямую к нам. А вот и наш енотик. Мы поймали взрывчатку, отлично, она может спасти нам жизнь. Нам осталось всего лишь 1 пунктик ежедневной миссии. Да, как же здесь прикольно в этом китайском городке, очень-очень красиво, ребята. Советую всем обновить игру, кто это еще не успел сделать. А мы поймали удвоение слитков. И теперь наше золото в двойном объеме. Хэнку уже удалось набрать 540 тысяч очков. Посмотрим, какой рекорд ему удастся поставить сегодня. Thank you.
Осторожно, Хэнк! Вот, ребята, у него немножечко закружилась голова. Но сейчас пройдет, ничего страшного. Сколько машин? Очень-очень опасный город. Нужно быть очень внимательным, Хэнк. Мы переходим в ночной город кошечки Анжелы. И может быть здесь нам удастся все-таки завершить миссию дня с нашим любимым говорящим Хэнком. Кстати, ребята, а вы смотрите на нашем канале серии про говорящего Хэнка? Рекомендую вам обязательно посмотреть. Хэнк живет в теплом острове и фотографирует животных, которые приходят к нему в гости. Ура! Мы поймали шлем. И сейчас нам нужно в нем во что-нибудь врезаться. Ну, замечательно. Наш говорящий Хэнк выполнил прекрасно сегодняшнюю миссию дня. И ему удалось набрать 800 тысяч очков. Неплохо. А вот и наш енотик. Он оставил нам в подарочек сейф. Хотели поймать с Хэнком самолетик, но нет, не получилось. Ну вот, наш Хэнк выдохся. Давайте посмотрим. Он набрал 900 тысяч очков и 1600 слитков золота. Неплохо, ребята. Отлично. Давайте теперь позовем ему на помощь нашего помощника шерифа. Вот он. Смотрите, какой классный песик Хэнк. У него такие классные желтые очки, правда, ребята? Ну что, теперь его очередь выполнять миссию. А вы, ребята, голосуйте. Пишите в комментариях, кто, по-вашему, сегодня был лучшим игроком. Шериф Хэнк или обычный говорящий песик Хэнк? Сколько золота? Давай его все соберем. И снова мы в китайском городке. А вот и наш енотик немножечко устал. Оставил для нас золото немного. Попробуем его догнать, ребята. Напоминаю, что нашему шерифу Хэнку также необходимо выполнить миссию дня. Подобрать 3 раза шлем и врезаться в нем во что-нибудь 3 раза. Пока это удалось только нашему обычному Хэнку. Полетаем на самолетике. О, зря мы полетели. Внизу был защитный шлем белого цвета. Такой шлем у нас у шерифа. Осторожно, Хэнк. Кажется, у нас заканчивается горючее. Пора приготовить парашют. Вот так. И заодно захватили сейф, ребята. Наш помощник шерифа Хэнк уже набрал... Ой, мы перепрыгнули шлем. Уже набрал 285 тысяч очков. Неплохо, неплохо. Но он еще совсем не справился с миссией дня. Ой, и кажется, он попал под машину. Давайте спасем его. И продолжим выполнять нашу миссию, ребята. Мы захватили магнит. Ну вот, снова мы не рассчитали прыжок.
У нас уже большая скорость, и на этой скорости все сложнее и сложнее обходить препятствия. Поймали с вами магнитик, неплохо. И мы снова в китайском городке. Сколько много магнитов нам сегодня попадается, друзья. А вот и наш енот. Ждал нас с очередной порцией золота. Ребята, кстати, а кого из персонажей вы любите больше всего? Говорящую кошечку Анжелу, котика Тома или говорящего песика Хэнка? Напишите, пожалуйста, кто ваш самый любимый персонаж? Ура, мы снова поймали удвоение слитков, и нашему помощнику шерифу Хэнку удалось уже набрать 640 тысяч очков. Неплохо, неплохо. Скоро он догонит нашего первого участника по количеству баллов. По количеству слитков Хэнку уже удалось обогнать нашего первого героя. А у нас впереди еще один магнитик. И мы притягиваем к себе все золото. Уже 1800 слитков. Ой, кажется, помощник шрифа устал. Ну что, ребята, подведем итоги сегодняшнего марафона? Помощнику шерифа Хэнку удалось набрать 770 тысяч очков и 1900 слитков золота. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал Ушасти Kids, ставьте лайки и смотрите новое видео с самыми первыми, ребята. А также не забывайте голосовать, кто, по вашему мнению, сегодня играл лучше всех. Всем пока-пока!